Всем привет, дорогие друзья! Ну что, ребята, сегодня у нас на обзоре будет новый онлайн-шутер от разработчика Modern Strike Online. Да, ребята, игра вышла совсем недавно, сейчас находится, ребята, в бета-тестировании, получается. Я, ребята, сразу же снимаю обзор на эту очень крутую игру, да. В общем, ребята, что я могу сказать? Эта игра сейчас недоступна в моей стране, поэтому я скачал ее, ребята, из интернета. Да, каким способом, спросите вы? Все очень, ребята, просто. В описании будет ссылочка на одно приложение, которое устанавливает АПК, ребята, файлы. И, естественно, будет, ребята, ссылка на саму игру. Скачивайте, ребята, игру и скачивайте, в принципе, приложение. Потом, ребята, когда зайдете в приложение, вы нажимаете на эту кнопочку в приложении. И тогда, ребята, установка пройдет успешно. И тогда, ребята, вы поиграете в эту чудесную, ребята, игрушку от популярных, в принципе, ребята, разработчиков. Ну что, я здесь уже, ребята, снарядился крутыми оружиями, поэтому сейчас мы сразу отправимся в бой. Я также здесь прошел тренировку, она была очень крутой, где я пострелял с оружия крутых, в принципе, также, ребята, погонял на танки и пострелял в роботов. Это была обалденная тренировка, но сейчас, ребята, вместе с вами в этой бета-версии, ребята, этой игры мы сейчас поиграем в онлайн-режиме, да, командный бой. Это супер, ребята, это супер. Ну, сейчас, конечно, я очень сильно жду, когда она появится, ребята, в моей стране, чтобы, знаете, постоянно ее обновлять и, ребята, свободно играть. Сейчас, как бы, так мне, как бы, неудобно. Как видите, ребята, графика просто на высшем уровне, здесь даже, в принципе, говорить-то нечего. Все просто круто, ребята, просто играем, наслаждаемся этой, ребята, игрой, убиваем и все, ребята, прочее. Ну что, так, кто-то там меня, ребята, стрелял, если не ошибаюсь, да-да-да, вот, ребята, смотрим на карту, и здесь у нас вот он, это, получается, боец, давайте его убьем. Нет, ребята, получилось так, что мы его не убили, он все-таки был немножечко, ребята, мощнее нас. Ну что, ребята, остается всего лишь 5 секунд до конца, в принципе, боя, и как бы все, ребята, раунд завершен. Хочу сказать, что разработчики красавцы, если честно, выпускают очень крутые, ребята, онлайн-шутеры, да. Сперва Modern Strike Online, этот корпоративный шутер, да, онлайн, очень популярный, в принципе, 10 миллионов скачиваний. Потом, ребята, вышел, получается, шутер Второй мировой войны, если, ребята, не ошибаюсь, тоже популярный. И вот, ребята, новый, научный такой. Это очень круто, ребята, ну что? Я думаю, сейчас еще раз играем, потому что мы мало поиграли. Поэтому, ребята, нажимаем в бой и погнали, погнали, погнали. Конечно, я думаю, что обзор получился не такой уж, в принципе, крутой, да. Может быть, я и показал вам здесь мало чего. Но поэтому, ребята, вы и скачивайте сами, чтобы разобраться полностью, ребята, с игрой. Я вам покажу просто сам геймплей, как это все выглядит. А вы уже, ребята, сами скачайте, если игра вам вдруг понравится. Так, ребята, кто-то нас там стреляет сбоку. Опять этот Маркус. Ё-моё, Маркус, ты кто нахрен? Ничего себе, ты паук. Нет, ребята, сейчас как наркоман сказал, да? Ну, я должен ему отомстить, я должен, ребята. Так, и о чем мы с ним ходим? Давайте возьмем, ребята, другое оружие. Можем вот так вот взять другое оружие, например. Опа, не, опять стреляет нас, стреляет. Во-во-во, давайте, блин. Чё-то, ребята, мне сейчас не везет, если честно. А, во, помощь в убийстве. Хоть что-то, ребята, хоть что-то. Пока что, ребята, здесь мне пока что не везет. Пока что, да? Но все-таки можно меня понять, все-таки я, ребята, новичок в этой игре. Играю как бы первый раз, так сказать. Так что у меня пока что получается это не слишком так очень хорошо. Но будем, ребята, стараться, будем стараться. Я буду все-таки играть в эту игрушку, потому что она нереально крутая, ребята. Давайте убьем хотя бы одного. Да нет, почему, ребята? Почему? Может быть, у меня оружие не такое уж, в принципе, ребята, мощное. Но я, знаете, что думаю? Это все, ребята, и всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока.